Я тебе свечу эту в жопу засуну. Молодец. Понял? Понял. Понятно, а ну-ка назад. Теперь помочь ему. Мужку к нему, а? Копнуть. А я ему помочь. Чего еще хочет от меня? Жук, иди погуляй. Я сейчас с ним расправлюсь. Где у тебя тайник? А? Ты, если хочу дом построить, ты знаешь это? Нет. Где? Не знаю. Ты очень хорошо знаешь. Откуда мне знать? А то я сейчас твоих всех дружков перережу. У тебя же подружка есть. Ты же ее очень любишь. Это беспонтово. А порнуху смотришь, да? Я это понял! А? Понял. Слушай, что тебе старший говорит по званию. Ты понял? Понял. Ты слышал? Слышал. И это мы с тобой сделаем. Старший, что? Где он? В кухне, в туалете. Не обрекайся, чмарин. Где он? Шифонер. Шифонер? Хорошо. Жук? Да? Дело будет. На отпуск подготовили человека. Но ты с нами не поедешь. Души эту суку. Души эту суку, утюг. Патрону жалко на тебя. Пусть лучше он тебя удавит. Дави, но. Как мы чердака, бля. Ну там, сука, у него счастье было. То, что мы выжили с Чехией. Шут свести. Ты немецким владеешь, а? Мы во всех странах были. Немус, ёбан. Ту мих ферштейн, аршлёх, а? Аршлёх, блядь. Ты чё, блядь, вату наглотался, педик? Ду ферштейн. Чё ты сказал? Чё не сказал? Рек мих ам арш, аршлёх. Их фиг и дайны фрау. Понял? Алло. Ну всё, жу. Профессор. Хватает, блядь. Мудила, сказал, чё, где? Давай аппарат, ты смотри, я тебе сейчас засуну ее всю свечу в глаз. Сиди смирно. Хорошо? Ты сейчас у нас знаешь, кто будешь? Шофером. Я могу что-то сказать. Ну-ка. Иди. Кидай. Да ты чё? Ага, двигай. Только пойдем в квартиру. Там уже дойди, дальше. Дойди. Сидеть. Масочку дайте. Жаркая девушка. Ничего. Ничего, мама, да, сегодня? Смотри, какая попка персиковая. Отхуярили. Смотри, ты посмотри только. Жучара? Я не понял, что там делаешь? Мы что, тут развлекаться пришли или как? А? Что такое, бля? Мы, наверное, дай ждем сейчас бля. Товар придет. Надо серьезным остаться. Или ты хочешь долдо ставить в штанах? Да ладно. Пытать. Ладно. Кстати, у меня бы идея еще одна была. Может, следить с ними? Точно, надо в шкафу посмотреть. Ты тайник, же, он сказал. Ты же по бледям шаришь. В этот год. В отпуск поедем. Че, бумер возьмем, а? Бумер возьмем. Шеф ничего не посмотри знает. Посмотри на эту жопу. Ого. Чё мне эта жопа? Ещё лучше будет. Реально, передо мной виляться будет. Три очко лишь. Ебать, он сбрызнул. Ничего, идея классная. Может, чердака выебем в жопу? Ну ты можешь, я нет. Я его калашом протыкну. У меня идея ещё. Ванна. Знаешь? Дистиллированная вода. Перфекто морт. Вазелин. По-немецки. Топ-пам. Минуточку. Ты чё, понял, сука? Кто мы такие? А? Ну-ка, вниз. Ну, за меня.
Да.